Приветствую, друзья. Всем здравия и добра. Мне пишут, что ютубушка опять шалит и уведомления не приходят. Также видео не отображается на главной странице у тех, кто хотел бы его посмотреть. Расскажу, в чем дело. Ютубушка действительно занес каналы в категорию 45 и старше. Поэтому для тех, кто моложе, хотел бы получать уведомления о новых роликах, советую в аккаунте Google изменить год рождения так, чтобы на сегодняшний день было более 45 лет, якобы. Тогда, надеюсь, проблема с уведомлениями исчезнет. Ну а мы идем дальше, смотрим ролик. Скажи, пожалуйста, административный ответчик. У вас ты... Для сведения участвующих лиц по делу ведется аудиопротокол и составляется протокол на бумажном носителе. Судебное заседание по делу проводится с соблюдением установленных в Свердловской области норм социального дистанцирования и применением всеми присутствующими в зале судебного заседания лиц медицинских масок для защиты органов дыхания. Административный ответчик. Вами производится видеосъемка судебного заседания? Оставляю без ответа данный вопрос. Заседание начато еще. Вами производится видеосъемка судебного заседания? Оставляю без ответа данный вопрос. По какой причине вы не считаете нужным отвечать на этот вопрос? Если вы производите по причине видеосъемку дискретивного права, с вашего позволения. Если вы производите видеосъемку судебного заседания, вы имеете право это сделать с разрешения суда. Вы такого разрешения не получаете. Я понял. Я знаю такое право. Я оставляю без ответа ваш вопрос. Тот вот заявлен, мотивирован. Скажите, пожалуйста, административный ответчик, твой истец, вы продолжаете проведение видеозаписи? Да, конечно же, нет. У вас стоит... Никакой видеозаписи не стоит. Никакого устройства нет. Это диктофон. Это аудиозапись? Да, конечно. Дело рассматривает судья Тагилстроевского суда Вахрушева. Протокол судебного заседания ведет секретарь Балакиным. Участвующие в деле лица отправят дело на тот судей секретарю, если не доверяют рассматривать данное дело. На все вопросы обращения суда необходимо отвечать стоя. Отступление от данного правила допустимо только с разрешения суда. У административного иста отводы будут судей секретарю? Да, у меня отвод суду. Других оснований не Другие заявляют? Пока не имеются. Есть отвод еще, конечно же, по другим основаниям. И требовать надо из приема. Пожалуйста, у вас имеется сейчас право заявить. Право воспользоваться пока не буду.